депутатов, Совета депутатов, администрации, управы поступали коллективные обращения от жителей дома 12 по Нагатинскому бульвару. Жители 10 квартир жаловались на то, что образуется плесень в квартирах. Татьяна Владимировна знает, тоже вот хорошо очень эту тему. По их жалобам мы обращались, депутаты обратились в управу района с просьбой за счет средств экономии после проведения конкурсных процедур провести обследование квартир с разработкой технического заключения о причинах образования в квартирах плесени. Ну и после того, как освободились деньги после проведения конкурентных процедур, мы получили информацию от управы, что в размере 514 рублей 69 копеек образовалась экономия, которую предлагается направить на вышеуказанные цели. Предлагаю поддержать и действительно разобраться наконец-то с этой ситуацией, чтобы жители могли жить спокойно.